Ну, вы дома сидите, вы должны быстрее все это подготавливать. А, извините, а что нужно сделать? А, вы же чуть позже пришли. Значит, два вопроса висят у нас на каждом курсе. А. Так, раз. Второе, поскольку тут в Тиме нет приватных комнат, то есть я не могу с каждым отдельно говорить. Соответственно, я буду смотреть экран ваш, камеру, что это вы сидите у экрана, далее, собственно, проекты, и также меня интересует по 11 работы, там мы планировали, мне бы хотелось исходники вот этих вот схем посмотреть, ну и объяснения послушать, по какие у меня возникнут вопросы. Так что давайте. В Казахстане какой сдвиг по времени? 2 или 3 часа? В Казахстане плюс 3 часа. Это у нас, значит, восточный Казахстан, Караганда. Да. Понятно. Игорь Сергеевич, а когда вы говорили исходники, вы имеете в виду... Ну, вы в чем дело? Просто... Да, да, ну, картинки дерзкие. Хочу увидеть, что вы их сделали, а не взяли где-то эти картинки из понятного места. Вот в чем смысл. Никаких подводных камней тут нету. Немного людей сейчас начало все. Значит, четверг я тоже подключусь во время лабораторной в начале. Если будут вопросы по лабораторным, по моделированию, то пожалуйста.
уже у нас почти 15 минут прошло после начала пары формальной. Так что давайте кого-нибудь начнем спрашивать. Появились желающие? Могу бросать монетку, кто попадет, тот и будет отвечать. Не ответит, но ли подходит такой метод? Дмитрий Сергеевич, можете, пожалуйста, повторить эту последнюю вещь? Просто не совсем слышал. Я сказал, что сейчас время истечет, буду выбирать произвольно человека и должен отвечать. Не ответит, ставлю нули. Вот так вот. Ну, чтобы какая-то была у вас побудительная причина отвечать. Дмитрий Сергеевич, я готов. Давайте, да. Так, будет у вас какая? Меня видно? Да, вас видно. Ага. Так, а как поделиться экраном, ну, рабочим столом? Вы с приложения, да? Я с приложения, да, Microsoft Teams. Да, там есть такая штука, стрелочка, смотрящая... квадратик. Вижу. Вот на нее нажимаете и написано рабочий стол. Фантастично. Коллеги, какая группа у вас какая? А, группа НПИ БД 1.17. Угу. Чтобы не запутаться. Угу. Так. Давайте смотрим, что у вас. Это у вас... Это... Угу.
Простите, я вам дам говорить. Ваши исходники в ГИА или в чем-то? Да, конечно, сейчас. Сейчас момент. Так удобнее будет, у меня просто... Да вот. Угу. Это первая схема в ДИА. У меня... Так, уменьшите. Угу. Хорошо. Так. Угу. Что-то еще... Ну, открыть другую схему или приблизить? Так, и вторая схема у вас там, да? Да, конечно, сейчас вторую схему еще. Вы Spotify слушаете? А? Spotify слушаете? А, ну да, пока жду пока это... Почему Россия? Не Apple или... Нет, не знаю. Что-то мне Spotify очень нравится, а YouTube надоел алгоритм их. А вам именно алгоритм подбора, вы не фиксированный слушайте, а... Да, мне нравится подборка их. Подборка у них самая лучшая, конечно. Мне нравится, да. Так, вот у меня вторая схема. Там ниже, вверх хочу построить. Вот. Что-то у меня тут... Я на ноутбуке обычно не работаю с этим. Так. Хорошо. Вы вопрос построили, почему мы такие IP-адреса используем? Когда мы чего? Ну, там вопрос, что мы используем для внешних сетей, используем определенные IP-адреса. Почему именно эти, а не произвольные? А, они произвольные? Да, вот такие, да. Ну, например, какой-нибудь 7777 взяли бы адрес. А, почему мы просто, ну, просто любой адрес не взяли, а именно используем там 190? Да, именно эти, почему? Ну, я знаю, что эти адреса, которые мы выбрали, принадлежат классу B, ну, адресов классу B. Это адреса... класса C. Это сути класса. B это 172, да, 192, да? Может быть, я ошибся, да. B это вообще, да, конечно. Хорошо, это адреса класса C, и мы... Я не знаю, мне кажется, мы можем использовать все что угодно тут, все равно, потому что у нас симуляцион... Не можем использовать все, что угодно. Ну, формально-то, конечно, вы можете произвольно написать, но есть определенные... правила и рекомендации, которые используют. Хорошо, ладно. Вы это не знаете, но ладно. Давайте 12-ю работу посмотрим. Хорошо, да. Я открываю тогда пакет трейсер файл. Извините, у меня тут код шумит, сейчас я его выгоню. Такой буквой П построены циски. Два репитера и буквой П циски построены. Два репитера и чего построил? Буквой П циски поставлены не в ряд. Могли бы поставить их в линию, а вы поставили в буквы, их сдвинули. Зачем в бок сдвинули? Ну... Так некрасиво. Это, ну, можно, конечно, так сделать. Но... Нет, я торопился. Вертикально можно их сделать было все. Ну ладно. Так какие тут у нас маты используются? Или какой мат используется? Какой мат используется, да?
У нас тут статический NAT используется, потому что у каждого устройства, которое перебрасывается тут, ну, через NAT. Еще какой NAT используется? Еще какой у нас конкретно используется? Два NAT настраивали, да? Но там перегруженный NAT, мне кажется, тоже. Но у нас нету пула адресов. У нас тут пул адресов есть, да, у нас пул. Нет, вот пул адресов мы пускаем под SNAT. А какой еще используем? Ну, у нас тут пул адресов тоже есть, то есть динамический NAT тогда есть тоже. Нет. Очень грустно. Есть только еще другой NAT, вот и перегруженный NAT, да? Очень перегруженный. Откуда вы такое название взяли? PAT, PAT. PAT? Да, PAT, порт, да. Да, где там слово перегруженный? А я просто это было так в лабораторной работе написано, или, может быть, я прочитал это так на русской Википедии, я не знаю, он где-то так назывался. Но я его чаще всего видел как PAT. Название он NAT, PAT, NAT-P называется, а в Linux называется маскарадинг. Ну ладно, все, Халил, 2-2 я вам поставил, все. Спасибо большое. Отключайтесь. Да. Алло, можно, пожалуйста? Да, давайте, да. Так, меня видно? Не слышу. Меня видно? Пока. Да, вот сейчас вижу вас. У тебя так его микрофон. Какая группа? НПИ БД-0117. Да, давайте. Сейчас экран. Экранчик ваш посмотрю. Так, экран мой видно. Экран видно, нет? Да, экран вымываешь. Угу, хорошо. Так, начнем с чего? С лабораторной? Давайте сначала исходники посмотрим. Чем угу. Будет. Так, здесь лабораторная. Ну, про схемы, да? Да, про схемы, да. У вас гео под Windows, да? Хорошо. Ну, для первой схемы. Да, хорошо. Так. Схема по портам. Вверх, вот так, вверх. Хорошо, да. Давайте следующую схему. Хорошо, давайте посмотрим, как у нас выглядит 11-я лабораторная. Так. Интернет-провайдер. Да почему сети эти дали? Мы на провайдера интернета дали определенные адреса сетей. Почему вы на эти сети дали? Почему не на эти сети дали? Да. Сети являются зарезервированными для документации, видимо, поэтому мы их используем. В какой документации? Ну, я просто в интернете читал, что это за сети. Эти сети зарезервированы, а? Кто их резервировал? Зачем? Ну, по правилам построения IP-адресации, чтобы не было конфликтов в сети интернет. Определенно локальные сети, ну, как бы наши. А какие у нас, давайте, сети зарезервированы? Можешь сказать, какие сети вообще зарезервированы
которые из интернета не видны, чтобы не было конфликтов. Ну, очень много. Какие у нас сети зарезервированы? Можете назвать список? Нет, в смысле мы или вообще, в принципе, зарезервированы? Вообще список сетей, которые зарезервированы, которые не маршрутизированы. Есть как бы стандартные сети зарезервированные, условно, там 192.168, да? Вот. Но есть еще специальные, вот, например, 192.0.2.0. Давайте стандартные посмотрим все. 192.168. Дроп сколько? Чего? Дроп, префикс какой? 24, наверное. Что, да? Затем 172, наверное. Дальше. Вы хотите посмотреть подсказочку? Да, у меня где-то была эта штука, но я как бы тут будет нечестно, если открою это. Ладно, давайте следующий оборот один. Хорошо. Почему он у вас называется 2020? Да что из друг? Просто лабораторные идут, ну, как бы семестр за семестром, и я так быстренько в начале семестра переименовал, и так оно пошло дальше. Хорошо, ладно, пусть будет так. Какие у нас тут НАТО используются, и настроечку их покажите. Какие НАТО используются? НАТО у нас используется статический и порт, а адрес... Покажите, где они настроены. Просто ткните в конфиг, откройте, в каком месте они настраиваются, и ткните. Так, ну надо бы настраивали вот на этом маршрутизаторе. Спасибо, да, покажите теперь в конфиге. Хороший вопрос. Вы же настраивали, значит, должны знать. Вот. Ну, в конфиг key, пожалуйста, да? Что еще раз? Командную строку откройте. Угу. А? Да. Давайте показывайте место в конфиге, где настраивается каждый из нотов. Можете развернуть весь экран. Весь экран можете развернуть этот. Сейчас, секундочку, я хочу просто вспомнить. Только что настраивали. Настраивал-то я не все сегодня. Вот тут. Настраивали монат вот здесь. Но как посмотреть настройки, это хороший вопрос. Я этого, честно, не делал. Денис, давайте я вам поставлю 2.1, все. Хорошо? Да, да.
меня слышно? Да, да, да. Ника, да, слушаю вас. Вы готовы отвечать? Ну, да, я готова. Давайте. Это как разберусь, как делать. Какая группа у вас? Группа какая? Я считаю, давайте схему начнем, посмотрим. Так, повыше, повыше, повыше. Угу. У всех одинаковые схемы. У всех одинаковые. Хорошо. Дмитрий Сергеевич, вообще ничего не слышно. Так. Давайте ваш проект. Смотрю. Все работает, вижу. Ну и такой же вопрос, как по предыдущим ораторам, по поводу выбора. Так, а тут что-то цвет другой. Что-то не работает? Я не знаю, я только сайт открыла. А, только открыла, да. Угу. А почему у вас выбраны для провайдера и для интернета такие сети? Какие сети у вас для провайдера интернета выбраны? 112.2.0. Покажите мне, откройте железку и покажите, что там такая сеть. На железке. Нет, не в это, а на железке. Покажите. Какая сеть на железке? Тут. Тут какая-то сеть. Давайте посмотрим. Вот, да, наверное, тут все-таки, да? Нет, вы командную строку открываете сразу. Ага, давайте посмотрим. Подождите. Клавиши на стенке. Ага. Так. Так, где у нас адреса? Так. Как? А что тут у нас? Что за ерунда такая? Я не знаю. Почему там ничего нету? Вы меня просто пугаете. Почему там ничего? Чем пусто? Так. Да что же такое-то? Что же за коварство такое? Раз. Никакого конфига я не вижу. Как же это работает-то, в конце концов? Непосредственно вмешательство Господа Бога? Что? Почему работает, если конфига я не вижу? Конфиг где? Давайте в 12-ю.
12-ю давайте смотрим. Да, 12-ю, да. Вот, 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 что-то есть. Да, хорошо. Вот почему у нас такие адреса? Алло? Ника, 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 вы застыли. У вас перестало двигаться все. И... Здравствуйте, мне тут только что Ника написала, она говорит, что у нее ноутбук сел, она сейчас его зарядит и заново вам попробует защитить. Хорошо. Хорошо. Следующий. Кто желающий? Ольга, вы, может быть, нет? Да, хорошо, минутку. Вот видите, все хорошо, да. Давайте. Какая группа? НИ. НК. Сейчас. Нет, я думаю, НК. НК, да, да, извините, пожалуйста, все. НК, да. Так, видно? Так, так видно, да. Отлично. Так, открывай сначала схему, правильно? Да. Начну с первой схемы. Как работает? Так, вот схема я делаю. Хорошо. Так. Где? Где в Караганде? Да. У вас это Стаханов, да? Да. Он же в Караганде как раз работал. Да. Так, схема L1 открыта. Да. Что-то нужно здесь показать? Нет, я вижу все. L2, L3, да. Хорошо, L2. Так, сейчас секунду, закрыть. Это L2 как раз-таки. Вот схема L2. И L3, да. И L3. Вот. Хорошо. Так. Проект. Сейчас открываю. Вот. Тут уже настроена вся конфигурация, все работает. Давайте 12-й проект. И это покажи. 12-й. Да, покажите НАТО, настройки НАТО конкретно. Настройки НАТО. Секунду. Сколько НАТО тут? Так. Типов НАТО сколько у нас? 1, 2, 3, 4. 10. У нас статический и динамический. Ну, вот у нас статический пользуется. Неправильно у вас. У вас не статический и динамический, а нечто другое. А, Кон.
Так. А, секундочку. Так. Где мат показываете? Поехали. Ну, стойте на полный. Ну, там квадратик был толстый такой. А, ну хорошо, так. Да, да. Мы там увидели. Так. Мат. Да? Так какой мат вы выделили? Статический. Хорошо. И второй мат. И второй мат. Нет, второй нет. Два типа мата. Вот это статический мат, и все какой мат вы настраивали. Ну, не динамический. Сейчас, секундочку. У вас дома, я уверен, такой же настроен. Так, пока не могу сообразить. А не знаете, не знаете. Ладно, спасибо, Ольга. Я вам поставил 2-2 поставил. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич, можно вам показать? Да, да, ну нет, включите камеру, пожалуйста. Да. Вам видно? Да, какая группа? Группа МПИБД-0117. Угу. Давайте, показывайте. Сначала открытая схема, да? Схему давайте посмотрим, да. Вот, это схема, первая схема. Хорошо. Так, другие схемы давайте. Здравствуйте. Это вторая схема, это для VLAN. Это я сделал для LATMA номер 12. Можно открыть через это? L3, покажите схему. Схема 3, да? L3. Layer 3. А что это? У вас они не соединены, маршрутизаторы находятся в космосе? А, это внизу, это для LATMA номер 12. А у вас все смешано в куче. Хорошо, ладно. Давайте. Про IP-сети объясните вы мне, почему именно такие выбираются номера? Это нас, да? Нет, IP-сети мы для провайдера и для интернета выбрали определенные номера. Почему именно такие, а не другие? Так. Нужно открыть на таких чейсы, да? Вот в вопросах там написано, что мы выбрали для провайдера и для интернета определенные IP-сети. Почему именно эти IP-сети? А скажем, не сеть 888. Давайте 12-ю лабораторную. 12-ю.
12. Показывайте настройку мапов. Откройте, пожалуйста. Это лап на 12. И лабораторный 12 открываете. Да, то это... Так, у вас не открылось еще, у вас та же самая картинка, что была. А можно еще раз? Я не слышу. У вас картинка не изменилась. У вас проблема со связью? Вы в общежитии находитесь, да? Да. Понятно, там проблемы со связью. Вот это пойти через... Вы не виден? Нет, не видно. Старая картинка осталась и все. А вторая... Я открыл. Давайте говорить, какие два типа мапа мы используем. А нас я использую. Нет, это оставили коротко. Мы используем два типа мата. Какие? У нас это статический и порт адрес translation. А в чем отличие пат от статического? Как я думаю, что это статически это для это как IP-адрес локальный для public. Это статически для парт это как динамик нас это не двиг это не переводи API адрес как автоматически это переводит API адрес как так ладно все 1-2 я вам поставил все. Спасибо. Отключайтесь. Спасибо вам. Дмитрий Сергеевич, я готова ответить. Да. Давайте свою камеру включайте, чтобы я видел, что это вы. Так. Извините, пожалуйста. Да, Дим.
Так, извините, что я прервался. Так, группа К. НПИ БД 0117. Громович, НПИ БД. Так. Москва, ах, хорошо. Ховрин. А почему Ховрина? А я просто в районе Ховрина живу. Поэтому решил так называть. А Беломорская — это моя станция метро, и тут тоже район есть. Давай. Вот у меня первая схема. Так, соответственно, ага. Вторая схема. Ага. И третья схема. Так. Третья. Интернет есть, а где же провайдер, где не вижу? А, вот. А. Вот так, в виде одного маршрутизатора. Ну, хорошо, ладно. Давайте тогда стандартный вопрос, почему именно такие IP-адреса? Здесь у нас используются IP-адреса класса C. Они применяются в мелких сетях, в которых однонаправленная коммуникация и количество не превышает. Каша в голове, каша в голове. Не знаю, не знаю. Каша в голове у вас. Нет, не так, да. Почему на эти конкретные сети, а не какие-то другие? Почему, скажем, не применили сеть 888/24? Вроде бы и красивше. Или 111/24. От балды любые адреса. Почему мы это не на эти взяли? Что? Почему мы на эти взяли? Ну, потому что... Ну как? У нас... Следующий вопрос. Что-что? Следующий. Второй, 12-й лабораторный. 12-й. Так, вот 12 лабораторная. Показывает нас... NAT-конфигура. Какой? Конфиг показывает NAT. Какой NAT? Вот какой NAT у нас конфигурен? У нас здесь используется статический NAT и NAT Overload, или он еще называется Muscadin, PAR, Processor Translation. Так, вот. Это у нас... Так, и еще где? Второй NAT, где использую этот? Второй NAT, где настраивается? Так, один NAT показывает. Где второй? Так, секунду. Ну вот, мы настраиваем список доз. Не знаю, не знаю. Не знаю. Давайте я вам поставлю 1-2. Все. Да, хорошо, спасибо. До свидания.
Дмитрий Сергеевич, здравствуйте. Меня слышно? Да. Камеру, пожалуйста. А у меня такой вопрос. Камеру сейчас. А у меня такой вопрос. Вот у меня техническая проблема. У меня Chromium не хочет подключаться, а на Windows нет пакет трейсера. Я придумал такое решение. Я хотел отправить свою работу другому студенту, чтобы они зашерили экран. Но у них другая версия пакет трейсера. Не пойдет. А можно я вам отправлю по почте эти штуки? А сейчас отвечу на вопросы. Что у вас нету пакет трейсера на Windows? Вы поставьте. Да, а вот это. А я не успею сейчас. Я пробовал уже. Ну как, он же ставится быстро. Ну. Windows обновляется, и вот это все происходит. И ничего не происходит. Очень медленно это происходит. Я могу сейчас ответить на вопросы, а эти проекты отправить вам по почте или. Проекты там не нужны. Камеру включите. Сейчас. Так, экран компьютера покажите. Схему давайте посмотрим. Окей. Схема у вас есть? Нет, не могу показать. И схему вы можете показать? Нет. Ай, да что же у нас такое-то? Ну давайте попробуем на вопросы хотя бы ответить. Давайте. Ну, так да. Почему эти сети у нас? Ну потому что эти сети были специально, в общем, провайдеры решили предоставить такую сеть для того, чтобы проводили тестирование, вот, при обучении, проекты, чтобы использовали эти сети. Не то? Нет, не совсем. Так, а какие у нас два типа НАТО? Два типа НАТО, динамический и статический. Они нет. Оба находятся в том конфиге, динамический. Нет. Нет. Вы оба раза попали пальцем в небо. То есть я должен поставить 0,0. Но я не могу вам поставить 0,0, поэтому я поставлю 1,1. Хорошо? Хорошо. Спасибо. Давайте. Я хочу продолжить. Ванненька, давайте. Свою камеру включите, пожалуйста. Так. Просто камеру. Не экран, и камеру еще. А вы меня хотите увидеть? Я хочу вас видеть очень. У меня заклеена камера. Но что? Сейчас. Спасибо. Давайте мы продолжим ответ на лабораторию 12, да? Да. Покажите конфиг. Одиннадцатый больше уже, я ее увидел уже. 12-й давайте. 12. Конфиги НАТО покажите мне, и где какой НАТ. Покажите, выделите мне его. И статический.
где? Где статический? Я выбегала. Ай, нет, нет, Ника. Ника, скажите, а вы сами делаете лабораторные или покупаете? Я делаю по вашим видеолабораторным. Спасибо вам. Значит, 2-1 я вам поставлю, хорошо? Очень приятно было вас видеть. Вас тоже. До свидания. До свидания. Извините, можно я, пожалуйста? Я слышу. Вы грызете микрофон? Да. Давайте камеру свою включите, чтобы я вас увидел, пожалуйста. А вы видно? Нет, не видно. Да, давайте. Хорошо. Ладно. Это первый. Почему такие сети вы используете? Я не знаю, почему сегодня я не... Третью схему, левую 3. Где провайдер? Почему он в стороне? Почему интернет подключен напрямую к вам, а у них провайдеру? Зачем тогда провайдер, если у вас интернет уже есть? Очень плохо. Один. Дальше. Следующее. Что вы рисовали? Это не исходники. Исходные где файлы? Это картинки. В чем вы рисовали? Покажите. Это диа. Покажите мне диа, в чем вы рисовали. Поражили. В чем вы рисовали исходники? Да. Ну, Скажите, левый 3. Это я не знаю, я не могу. Где схема левого 3 у вас нарисована? Где ваша схема нарисована левого 3? Так, давайте еще 12-ю. Настройки, пожалуйста. Настройки мапа.
это NAT. Два типа NAT покажите. А? Оба типа NAT покажите. У вас два типа NAT покажите, где один настраивается, где второй. Итак, 0,1 баллов вам, спасибо. Все, можете отключаться. Спасибо. Тут еще с Гречкин, Тикунов. Пожалуйста, отвечайте, поскольку много народу пришло. Да. Хочется называть его. Здравствуйте, Гречкин. Гречкин. Группа? НК. Угу. Так, давайте камеру, пожалуйста, и камеру включите, пожалуйста. Так, сейчас. Так, да, давайте. Так, сейчас экран расширю. Промала. Схемка сначала. Видно, да? Да. Угу. Так, а теперь диаграммы, так, диаские, так? У меня они все три в одном файле. Ага. Зачем? Ну, чтобы не хранить три раза, не знаю. Они все равно практически идентичные. L1, L3. Ай, теперь скажите мне, сеть провайдера, модель, ай. Хорошо. Так, давайте посмотрим, почему именно такие IP-адреса. Есть какое-то общее соглашение. Такое. Где оно описано? Это в интернете можно найти документацию этого соглашения или полный текст. Что за соглашение? Где оно описано? Что оно дает? Не собственно. Извините. Да. Гриша, красава. Так держать.
Так, извините, по работе. Нашли такое, где написано это? Алло. Да. Ну, где это? В каком-то официальном документе. Вот прям точно назвать его не могу. А вот, можно не точно назвать было бы. А, давайте тогда следующий вопрос. 12-й вопрос. Да, еще. Ну, так вот, 12-й, да? Вот у нас надпулы, вот патовский пул, какое-то количество сетей, и вот статический TCP. Правильно. Ну, правильно. Неправильно. Ну, что можно поставить вам? Давайте 2-1 поставим. Хорошо? Хорошо. Так. Благодарю. Да. Следующий, пожалуйста. Давайте я. Тикунов. Да. Так, камеру надо включить? Или вы меня попросите? Да. Какие правила? Группа так, какая? Камеру включить. Группа какая? Ждите. Видно, нет. 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 Ладно, вы из... Я могу демонстрацию включить, вы увидите, у меня даже черный экран появился. Вы это записываете? Откуда вы видите трансляцию? Я из дома. Из дома? Ну ладно, да. Включать, я... Ага. Давайте, включайте. Так. Видно, да? Показывайте, показывайте. Одинская лабораторная. Так. Что-то у вас с интернетом совсем плохо. Сейчас, секунду. А что у вас показывает? У вас показывает экран? Да, экран показался за спиной. Так. Сейчас, секунду. Я не то, наверное, выделился. Так, работает? Показывает? Ждем. Так, все, пошло. Вот 11-я лабораторная. Пожалуйста, показывайте мне исходники. У меня было сделано это на компьютере, а сейчас я с ноутбука. У меня сделано было все в Visual 2013. А так как у меня Office 365 на ноутбуке более современный, у меня оно просто не скачивается и не запускается. Ну как? Вот они нарисованы, но у меня я не могу это с ноутбука вам показать. Ну как, Visio показывается легко. Ну, он у меня просто не запускается, я не знаю. Я пытался вот сейчас утром запустить, у меня не получается. Поэтому я могу только с файла показать, с Word. Ну, хорошо. Так, что дальше? А бордовский документ у вас видно? Вам показывают? Нет, ничего не показывается. Ну, у меня сейчас я вижу, что это у вас. Нет, это сеть у вас тормозит. Так, а вот так он показывает? Вот так. Так, да. Мне каждое окно отдельно почему-то нужно выделять, чтобы показать. Я не знаю, почему так. Не знаю. Вот, у меня они нарисованы, но у меня они все лежат. Хорошо. Короче, я не могу показать.
Почему у вас такие IP-адреса используются для провайдера и для интернета? Потому что одни для интернета, а другие... Почему именно такие IP-адреса? Потому что по заданию нужно было их использовать. Нет? Давайте следующий вопрос. Но они одни симулируют интернет, а другие симулируют, что мы... Следующий вопрос. 12-й. Сейчас, секунду. Сейчас заново буду окно открывать, чтобы... Да, покажите настройки НАТО. Вот. Он меня уже не отбивал. Это настройки. Динамический? Так, опять не показывается. Не показывается ничего. А вот так захватывается она? Отдельно. Это видно, да. Мне почему-то кажется, окно отдельно надо. Я не понимаю. Так. Вот это динамический, а вот это статический. Ай, нет, динамического у вас нет вообще. Ну, просто в прошлый раз сказали, что это пад. И вы сказали, что это неправильно. Так. Нет. Рискнуть и сказать, что это динамический. Напробуй. Один-один у вас, хорошо? Все. Пожалуйста. Да, здравствуйте. Я попробую. Сейчас. Да, давайте камеру. Сейчас. Можно такая случайность, я не буду с ней рассказывать. Что? Можно так, сами... Девушка, да? Шимов Дмитрий. Шимов. Группа. Вторая группа. Н2, короче. Ага. Сейчас отвечаю. Давайте. Там видно? Нет, ничего не видно пока. Сейчас. А сейчас? Нет, черная тва. И сейчас не видно, да? Вот сейчас все видно. Все видно, да? Вот, сейчас. Ну вот моя единственная. Я сейчас тоже живу. Вот мне исходник в Word. Я даже не могу открыть видео, потому что у меня с помощью другой ноутбук. Хорошо. Так почему мы именно эти IP-адреса используем? Ты что? Почему именно эти IP-адреса используют, а не другие? Ну, во-первых, потому что они на задании такие IP-адреса, а потом остальные, ну, их же два вида. Одни, которые симулируют интернет, а вторые, которые принадлежат провайдеру. И, соответственно, эти же блоки адресов выкуплены организацией, поэтому мы можем производить трансляцию. Почему именно конкретно вот именно эти адреса, а не, скажем, другие, скажем, 1.1.1 мы записали. Так они по заданию даны вот эти вот. А почему именно они даны? Ну, потому что первый, который даны, вот этот 192.0.2.24, вот этот адрес, он симулирует интернет. А почему именно такие адреса, а не другие, скажем, 1.1.1, да? Мы вот такие же можем мы поставить? Ну, это просто так принято, потому что
по классам сетей это просто так и есть. Ну, по дефолту, грубо говоря, так и есть. Так, второй, пожалуйста. Следующее. Вот, 12. Так, конфиг. Запускай тут. Сейчас покажу. Маты. Какие маты есть? Ну, вот у меня статический и пад, который вот. А статический? А вот статический снизу вот. Да. Нет. Нет. Ладно, 1-2 поставим. Хорошо, спасибо. Да. Следующий, пожалуйста. А, меня слышно? Да, слышно? Слышно. Так, сейчас камеру включу. Показываю? Да. Так. Я Сурков Алексей. НК-НБД-0117. НК, то есть. НК-3. У нас одна группа. Да, давайте показываю. Сейчас первый. Видно? Так, да, давай. У меня проблема в том, что я делал на компьютере с винды, а тут я на данный момент в изоляции с маминого мака сижу, поэтому я не могу открыть исходник, у меня тут просто нету офиса майкрософтовского. Поэтому только вот с документом. У меня, видите, даже Word'а нет. Так, что он показывает? Меня слышно? Да. Угу. Да почему такие сети? Ну, как сейчас человек говорил, но вы сказали ему, что это неважно. Ну, адреса вот у интернета, он задан уже по заданию. И также у провайдера тоже по условию есть вот он номер 198-01-100-0-24. А дальше, ну, в принципе, это по заданию сделано. То есть для интернета у нас вот это IP-адрес. А вот этот для провайдера. Давайте 12-й лабораторный. Секунду, я перезапущу ЦСКА, а то тут на маке. Так, что в 12-й показать? Конфиги. Ага. Так. Так, покрупнее все-таки. Да, сейчас, секунду. Донатов перестал. Так, сейчас попробую. Блин, она тут крупнее не становится. Сейчас, а можно как-то выделить... А, сейчас попробую просто другую. Так, запись. А, так. А, вот эту. Так виднее? Нет, потому что я не могу шире сделать тут в... Ну ладно, покажи, где какой NAT. NAT динамический, это где IP NAT pool, main pool, вот он написан. Нет, динамический.
Власть нет, это динамическая. А, это пак. А, тут уже все варианты уже перебрали. А вот они статики показаны. TCP, вот, последующие. Да. 1-1. Хорошо, ладно. Еще есть? Пожалуйста, подсоединяйте. Следующий. Есть желающие? Или мы завершаем на сегодня прием онлайн? И я пойду принимать офлайновых людей. То все уже можно уходить, да, ты, если зал? Да, все уже. Я пошел тогда принимать тех, кто пришел. Спасибо, спасибо, всего доброго, до свидания. До свидания.